специально для сайта apptime.ru. Все о мобильных приложениях, новости мобильной индустрии, обзоры игр для iPhone, iPad и Android. Всем привет, ребята, вы на канале Game Maker, с вами зовут Марк, и сегодня у нас первый взгляд на игру South Park. Да, посмотрим, что за игра. Мультфильм я никогда не смотрел, поэтому персонажи я не знаю, можете не писать, что «А, ты же мультик не смотрел, как ты не смотрел этот мультик?» Вот, и... Сейчас узнаем, что это за игра. Тут у нас сюжеточка, есть такой ребенок, и существует, как ты собираешься... Так, элементарно. Так, звук хлыста. А я собираюсь связаться... Так, ну ладно. Так, пацаны, что-то там. Угу. Так, кто-то звонит. Я думал, кто мне звонит? Так, ну давайте возьмем трубку, окей, поговорим. Эй, новичок, мы хотим, чтобы ты там... Мы хотим, чтобы мы встретились. Телефон не забудь. Очень быстро говорит, да. Очень быстро. Так... Случайно настроить, так, создать новичка. Давайте, не знаю, за девочку, за мальчика. Давайте за мальчика. Так, настроить. Цвет кожи, да? Я так понимаю, давайте будем негром мы с вами. Ладно, чернокожим, хорошо. Так, нет, подожди. Это что? Так. Ну, вот этот норм. Глаза. Вот так вот пускай будет. И так, причесочка. Пускай будет... Вот, нормальная шевелюра, да, у вас? Так, борода есть? Смотри, это же девочка, нет? Так, одежда тут есть? Ладно, окей, давайте двигаемся дальше. Да, готов. Наверное, мы будем голым, так. Что тут нужно делать? Так, сообщение. iPhone. Так, давай же, новичок, перетащи меня на поле боя. Так, так, катастрофа Хейди, это левел первый, бандитка Салин, стрелок Кайл, так, разгонник Твик, так, четвертый, так, левел. Так, окей, перетаскиваю, и что дальше? Так, стоим, так, блин, на лице я стою на 1000 лун. Величайший водитель этого телефона. Водитель этого телефона. Окей, так, ковбои не пройдут. Полегче, индеец. Так, карма нам говорит, новичок с телефоном покруче тебя будет. Тогда мы сейчас сразимся. Что за вообще суть игры? Сейчас узнаем. Так, новичок, я Тан. Танк. Танки медленные, зато могут выдерживать серьезный удар. Это что? Что за игра-то? Что-то не понял. Меня нужно прикрыть, поставь за моей спиной стрелка Кайла. Это типа Clash Royale получается, уже ваша энергия заполняется, мы выкидываем карты, да, типа такого же, да? Бойцы с дальней атакой не такие выносливые, зато могут наносить урон, не выступая в ближний бой. Не вступая. Хорошо. Так, он убегает. И что нам нужно сделать? Так, индейцы какие-то у нас. Так, бандитка Салли. А теперь отправь в бой киллера Салли. Бандитка или киллер Салли. Она разберется с группой лучников. Давай. Так, ножницами, значит, режем. Так, здоровья у киллеров немного, зато они очень быстро и наносят... Быстро и наносят огромный урон. Так, ножницами мы их побили. И опять убегает, да, сколько было? А нет, мелкие крысы какие-то. Нифига себе. Так, коснись пузыря, чтобы активировать мое особое умение. Ох, нифига. Так, у тебя неплохо получается, новичок. Может, однажды ты даже станешь шерифом. Хорошо. Так. Ну, типа Clash Royale. Так, тебя добавили в групповой чат. Новичок только что побил и так, индийского вождя. Это была базовая колода. Не извиняйся, 1000 лун. Ну, это, блин,
Clash Royale или Clash of Clans, типа, наверное, да? Во вселенной South Park, наверное. Продолжить, окей, давайте продолжим. Что такое? Так, коснись кнопки уровня, чтобы продолжить охоту на Стэна Тысячелу. Давай, нажимаем. Хоумбас. Так, уровень сложности сейчас легкий. Так и должно быть. Пускай будет легким, чтобы быстро все пройти. Так, снова. Энергия накапливается со временем. Чтобы разыграть карты, нужна энергия. Это понятно. Мы же все Clash Royale играли. Коснись карты и удерживай ее, чтобы посмотреть подробную информацию. Так, а этот значок обозначает классы карт. А, это уже как рассеяние против зомби-героя. Класс карт. Щит — это танк. Кинжалы — киллер. А меч — боец. Хорошо. Блин, ну это то же самое, что и рассеяние против зомби, наверное, да? Так, ну давайте. Так, где там с ножницами, девочка? А вот, вот же, хорошо справлялась. Шериф Карл. Окей. Так, ну давайте, оружие положим. Из мусорки появляется индейец. Ты мне в подметке не годишься, да, бледнолицый. Ты даже не представляешь, сколько у меня загашники крутых карт. Ну давай, давай. Так. Эскимос Ксени. Это еще что? Так, 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 эскимос Кени. Ксени, Кени. Так, а ну-ка мы тут играем в ковбоев и индейцев. Упыри хитрожопые. Так, технически эскимосы считаются коренными американцами. Смерть ковбоям. Так, и что? Так, ну-ка давайте-ка сейчас мы это... Так. Энергии у нас много, поэтому можем использовать... Так, эскимос еще чуть-чуть и идет хана. Так. Так, 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 они убили Кенни, сволочи. Так вот, победа, ребята. Продолжаем. Так, в этих шкафчиках спрятано три особых предмета. Попробуй найти их. И все, да? Угу. Огненный шар. Наносит урон по площади. Вот, опять-таки, да, это то же самое уж. Рассеяние против зомби, герой и Clash Royale. Типа такого. Окей, давайте двигаемся дальше. Только во вселенной Соус Парк. Не знаю, кто любит этот мультфильм, то им понравится, конечно же. Так, ковбой рулет. Все видели, как новичок нагнул. Так, ага, индейцы продули. Так, настоящих индейцев было бы нелегко победить. А, бог мой. Че, все? Поболтали? Давайте двигаемся дальше. Не забывайте проверять новые карты. Так. Мы идем за тобой. Стэн, 1000 лун. Так. Сейчас разберемся. Так, оранжевый круг под Картманом показывает, когда будет активирован особые его особые умения. Хорошо, хорошо. Так, большая окружность вокруг Картмана показывает радиус действия его умения. Хорошо. Так, мы вот нажимаем, получается, на круг и все отлично. Пускай наберется огненный шар. Сейчас мы попробуем использовать огненный шар. Когда выйдет он, еще кто-нибудь посерьезнее. Эй, тихо, тихо, тихо. Так.
Так. Ножницы. А это типа наш герой. Ну да, я ты негр, получается, черный наш герой получается. Окей. Так, а ты неплохо справляешься, новичок. А, хорошо. Так, ну сейчас я разыграю моего индийского... Короче, вы поняли, какого-то крутого. Так, сказителя Джимми. Блин, то же самое. В чем прикол? Блин, ну, в смысле, я уже говорил, конечно, что кому нравится Лос Парк, тот оценит. Так, и что дальше? Хана вам, ковбои. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Давайте. Блин, может, чуть-чуть потише сделать, да? Нет? Вот так вот. Так, и нажимаем. Огненный шар. Вот сюда. Вот, отлично. Так, ставим. Так, еще чуть-чуть осталось, сейчас мы его побьем. Так. Все, отлично, побили. И победа. Продолжить. Так, чихаем. Спасибо, ребята. Открываем. Так, какая шикарная так, индийская туника, да, там было написано, окей. Так, чтобы открыть костюмы, коснитесь экрана. Вот этого экрана. Касаемся и... Так, костюмы. Так, одежда. И... Так, ну, новая одежда. Теперь ты отлично выглядишь. Хорошо. Так, цвет тут какой-то. Что это делает? А, цвет шляпы. Ну, пускай будет такого цвета. Все, мы можем выйти обратно, да? Так, главное меню. Продолжить. Так. Так, о нет. Так, мы можем полностью посмотреть. Так, а где настройки у нас? Скоро. Хомбас. Так, тут настройки получается у нас, да, где костюм. Так, аватар, достижения, ежедневный магазин, PvP боя, конструктор колоды. Но это у нас обучение. В принципе, ребята, да, вот, не вижу смысла дальше там что-то показывать, да, вот, ну... Обычные вселенные, то есть South Park, вселенные Clash Royale или Россия против зомби-герои. То же самое абсолютно. Вот. Тут только есть какие-то классы. То, что есть Россия против зомби-герои. И то, что энергии заполняются, выпускаешь своих героев, юнитов. И это уже Clash Royale. Вот. Кому понравилось, кто любит South Park, жмите лайкосики, подписывайтесь на канал. Вот, также дальше будут первые взгляды, игры дня, чтобы не пропустить, колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о новых видео. Пишите свои комментарии, делайте репосты. А вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока-пока.